ПЦР-тестирование сегодня чуть ли не единственное лабораторное исследование, которое сообщает, есть ли у человека в настоящее время COVID-19. Новая партия 48 тысяч тест-систем поступила на аптечный склад Ульяновская государственная аптека. Тесты доставили из Института эпидемиологии Роспотребнадзора. По поручению Министерства здравоохранения Ульяновской области эти тест-системы были доставлены специализированным транспортом нашего учреждения с соблюдением температурного режима. Ну и в ближайшее время по распределению того же министерства мы будем отпускать их в медучреждения региона. Сотрудники аптечного склада уточняют, ПЦР-тестирование – это не экспресс-тест. Экспресс-тестирование лишь проверяет наличие антител в крови человека. ПЦР-тест проводится в лаборатории и может помочь найти даже незначительное количество вируса. Для проведения тестирования врачу требуется образец слизистой или слюны пациента. Этот образец собирается обычно с помощью специального тампона, вводимого человеку в нос или горло. Время действия теста – 48 часов. Всего за период пандемии в Ульяновской области проведено почти 1,5 миллиона тестов. Далее тест-система отправится в городские медучреждения, оттуда их доставят в районные больницы региона. В настоящее время тесты хранятся в специальном складском помещении с соблюдением температуры не ниже 4 градусов тепла по Цельсию. Максим Писарев, Юрий Ломатов, Управда ТВ.